Моей маме 82, и иногда бывает так, что часто раздаются звонки, она живет в Ростовской области, она говорит, включите 360, там чудесная программа, или там включите культуру, или включите мир, или Аня, посмотри вот эту программу, она сейчас идет, я посмотрела, посмотри ее в повторе. И нам это очень здорово пригождается, да, потому что мы все заняты, не всегда можем просматривать и мониторить полностью все, что где идет. И если у нас есть такой замечательный пенсионер с хорошим интеллектом, это нас здорово выручает. Иногда бывает, что взахлеб смотрим того же Родзинского, вот маме 82, мне 43, Ане 18. И каждому есть что вынести из этой программы.